Об оперативных итогах прошедшего года сообщил капитан полиции отдела ГИБДД по Десногорску Андрей Ваулин. За период времени с января по декабрь 2019 года на территории Смоленской области зарегистрировано 1022 дорожно-транспортных происшествия, в которых 125 человек погибло и получили ранения 1261 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество ДТП по области уменьшилось на 2%, число раненых сократилось на 13%, аварий по вине пьяных водителей стало меньше на 12%. Тем не менее, за 17 дней уже 2020 года на Смоленщине значительно увеличилось число ДТП. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее, их стало больше на 19%, с 31 до 41 случая. Жертвами таких несчастных случаев стали 8 человек. Ранения получили 44 человека. На территории города Десногорска за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 285 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 14 получили ранения. Детей в данных дорожно-транспортных происшествиях пострадавшими не зарегистрированы. Кроме этого, сотрудниками госавтоинспекции Десногорска за 2019 год было пресечено 3860 административных правонарушений. Таких как управление в трезвом состоянии, 41 превышение установленной скорости движения, 1695, управление транспортом, не имеющим права управления, 41, непредоставление преимущества пешеходам, 170, нарушение ПДД пешеходами, 340, перевозка детей без специального дерзкого удерживающего устройства – 56. На постоянной основе сотрудниками ГИБДД Десногорска проводятся мероприятия по профилактике ПДД как пешеходами, так и водителями. Отдельное внимание уделяется правилам пассажирских перевозок. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.